Буданцев Виктор Александрович родился 26 января 1968 года в селе Красная Криуша Тамбовского района Тамбовской области. Окончил среднюю школу в родном селе. В 1986 по 1988 годах проходил службу в вооруженных силах. Окончил Тамбовский строительный техникум, затем поступил на службу в органы внутренних дел. Вся служба Виктора Буданцева прошла в отряде милиции особого назначения при ГУВД Воронежской области. Последняя должность – командир взвода оперативной роты, награжден орденом мужества, медалями за отвагу и за отличие в охране общественного порядка. Командир взвода Воронежского ОМОНа капитан милиции Виктор Буданцев с 19 августа 2000 года находился в служебной командировке в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики. 20 августа 2000 года отряд во главе с Виктором Буданцевым сопровождал машину с членами избирательной комиссии из селения Лермонтов-Юрт в Ачхой-Мартан. В 19 часов 45 минут у селения Шаами-Юрт на мосту через реку Фартанга БТР, на которой находились ОМОНовцы, был подорван боевиками при помощи управляемого фугасного снаряда и заглох. При взрыве капитан Буданцев получил тяжелое ранение в ногу, осколок перебил артерию. Боевики начали обстрел колонны из засады. Осознавая, что в любой момент безоружные люди могут погибнуть, он, несмотря на большую кровопотерю, сумел завести подбитый БТР и закрыть им машину, в которой находились члены избирательной комиссии, дав им возможность выйти из зоны обстрела. Прикрывая эвакуацию раненых и отход группы, офицер продолжал вести огонь из автомата и подствольного гранатомета по боевикам, уничтожив двух из них. Бандиты немедленно сосредоточили интенсивный огонь на БТРе, а тем временем остальные сотрудники ОМОНа смогли занять выгодные позиции и укрыться от огня. После того, как Буданцев убедился, что товарищи находятся в безопасности, он бросился к раненым. Попытался оттащить потерявшего сознание бойца с простреливаемого участка дороги. В это время ему под ноги упала граната. Буданцев успел закрыть своим телом раненого милиционера. Десятки осколков впились в тело офицера. Он был повторно тяжело ранен. Истекая кровью, Буданцев вел бой до последнего момента, чтобы дать возможность своим товарищам выйти из-под огня. От полученных ран Виктор Александрович скончался на поле боя. Пожертвовав собой, он спас жизнь своим подчиненным и боевым товарищам, а также не допустил гибели мирных людей, которые перевозили избирательные бюллетени с результатами голосования. Ценой своей жизни он обеспечил выполнение поставленной боевой задачи. Указом президента Российской Федерации от 5 декабря 2001 года капитану милиции Буданцеву Виктору Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Посмертно. Похоронен на аллее героев Коминтерновского кладбища в Воронеже. Виктор Буданцев навечно зачислен в списке личного состава Воронежского ОМОНа. В 2014 году на здании школы в селе Красная Криуша, где учился герой, установлена мемориальная доска с его именем. С 2001 года в Воронеже проводится ежегодный турнир по многоборью среди школьников. Памяти Виктора Буданцева.